Всем привет! На дворе декабрь 23-го года. Мы отдыхаем в Кондо, Марракеш. Немножко покажу вам территорию. Территория очень уютная. Много зелени. Чисто. Утром буквально моют дорожки, как в квартире полы. Мусора нет, все очень аккуратно. Регулярно подстригаются озеленения, тут кустарники, спиливаются ветки лишние с пальм, поэтому все выглядит очень ухоженным, аккуратным, чистым. Глаз радуется. Прямо выход к морю. Море сказочное. Идем к бассейну. Вот так выглядят подъезды. Еще когда сидишь, оно начинает затекать. Большой бассейн с шикарным видом на море. Купаешься, наслаждаешься голубым небом, голубым морем, белым песочком. Вид очень приятный. Лежаки, столики. По-моему, все здорово. Особое внимание — это вот зона отдыха. Посмотрите, какая зеленая трава. Очень эффектно смотрится на контрасте с морем. Море спокойное, чистое, безмятежное. Искренне рекомендуем от всей души. Вот так все это выглядит. Теперь посмотрим изнутри. Это подъезд. Вот наша квартира. Это наша кухня. Здесь есть все самое необходимое для жизни. Плита, холодильник, посуда, техника, обеденная зона, балкон, выход к бассейну, зона отдыха. В нашей квартире три спальни и три ванных комнаты. Вот первая ванная комната здесь. Вторая вот здесь. Это первая спальня. Вторая. И третья. Третья ванная комната, душевые. Все необходимое для жизни есть. Трюмо, шкафы вместительные, постельное белье, полотенце. Мы живем в компании 6 человек, размещаемся очень комфортно, каждый по спальням со своими санузлами. Все здорово, нам все нравится, удобно, красиво. Спасибо большое Оксане за рекомендацию.